Представьте себе 20-летнего парня, который ушел из дома в глухой лес. Ушел навсегда. Для чего он это сделал? Зачем обрек себя на пожизненные мучения и страдания? И как он один мог выжить в лесу в лютые морозы? Ответ на эти вопросы отпадет сам собой, если я вам сейчас назову его имя. Сергий Радонежский. Что же это был за человек? Как он сумел без посторонней помощи в одиночку построить свою обитель? Почему, говорят, если погибнет Лавра, исчезнет Россия? Какая великая тайна скрывается за ее стенами? Именно там, в труде Сергея Лавры, лежит человек, и он управляет всей Россией. Почему со времен ордынского ига Сергия Радонежского называют заступником земли русской? И в самые трудные периоды жизни именно к нему люди приезжают за помощью. Он был сильный духом. И вот эта сила его духа, она творила чудеса. Каким был на самом деле Сергий Радонежский? Как он выглядел? Мы впервые попробуем воссоздать его облик. И ответим на вопрос, как простой отшельник стал самой влиятельной фигурой своего времени. Здесь, в этом древнем храме, у мощей великого русского святого, испытываешь какое-то особенное чувство, как будто время остановилось. И преподобный Сергий находится где-то рядом. Неужели такое возможно? И он действительно появляется среди нас. И мы можем его услышать или даже увидеть. Или это очередная легенда? Рассказывают люди, которые живут постоянно там, иноки или монахи, о том, как он там ходит ночами, Сергий Радонежский. По ночам. Потому что у него меняют тапочки постоянно, они снашиваются. Мы решили разобраться, где же здесь правда, а где вымысел. И нам удалось отыскать несколько человек, которым святой являлся уже в наши дни. Вячеслав Сидоренко – один из них. Он работал охранником в Троице-Сергиевой лавре. И вот однажды ночью он увидел, как в Троицком храме неожиданно появились две необычные фигуры. Монах в поношенной рясе и мужчина в старинных латах. Почему-то внутри запало преподобный и Дмитрий Донской. Что-то преподобный ему говорит и показывает в центр зала. И меня, честно говоря, вот это испугало. И я не стал никакие действия делать, я просто стою, смотрю. Обернулся, и все, повернулся, их нет. Ну, вот такая ситуация была. Софья Бульчук видела Сергия Радонежского в детстве. В тот день они с братом были дома одни и плакали, напуганные сильной грозой. Как вошел, как вышел, мы не знаем. Ну вот он как-то он вошел и вот сел на табуреточку к нам и с нами разговаривал. Он нас по именам называл. Вот о чем говорил, я так не помню. Но только помню, он одно сказал. Не плачьте, мама скоро придет. Вот мама наша и пришла. А потом даже сейчас не видели как. И не знаю. Но дверь была заперта. Когда говорят, кто у вас мэр в городе? Я говорю, преподобный Сергий Радонежский. Он. А все это, оно меняется, власти меняются. А принципы жизни, лавры, они остаются. И Россия восприняла эти принципы. И преподобный Сергий постоянно поддерживал эти принципы. О его прозорливости и чудесных исцелениях народ слагал легенды. Слава о его подвигах дошла до наших дней. Но такими необыкновенными способностями обладали многие святые. Какой же особый подвиг выделил Сергий среди них и даже возвысил его над всеми? Победа над страхом и над теми, кто его внушал. Татарская ига стала тяжким испытанием для всех.
Не избежали этой участи и ростовские земли, где проходило детство преподобного. Когда его отец Кирилл, местный боярин, отправлялся с данью в Орду, он прощался с детьми, как перед казнью. Неудивительно, что самое яркое впечатление детства для Сергия – это страх. Страх перед злыми татарами и жгучее желание его преодолеть. Он уже с детских лет поражал окружающих именно этой устремленностью. Даже в лесу он ушел со старшим братом. Здесь была глушь лесная. Скоро старший брат не выдержал и ушел. И он остался один. 700 лет назад на месте главной русской святыни возвышался небольшой холм, окруженный бескрайними лесами. Юный Варфоломей, будущий старец Сергий, пришел сюда 20-летним юношей с пламенным желанием стать отшельником. Можете представить, когда это зимняя вьюга, да, волки воют, медведи ходят и так далее. Это был необычайно мужественный человек. Время было страшное. 3 века татаро-монгольского ига сделали рабами не только простых крестьян, но и князей. Все жили в постоянном ожидании очередной беды. И вдруг в радонежских лесах появляется отшельник, который не боится ни монголов, ни князей, потому что Божья власть для него превыше всего. А горе и страдания простых людей Сергий переживает как свою личную трагедию. Каждый, пришедший в его обитель, получает от него такую мощную поддержку и веру в свои силы, что слава о необыкновенном старце мгновенно разносится по всей стране. Как бы далеко он ни уходил, такой подвижник, как преподобный Сергий, рано или поздно о нем узнавали и его находили, не занимаясь политикой, вдруг он стал политиком. Но это уже все на втором плане. На первом плане он был именно духовным стержнем. Это была очень мощная духовная опора. В тяжелое и безысходное время для Руси Сергий Радонежский оказался единственным человеком, чей авторитет был непререкаем для князей. Он сумел уговорить их прекратить распри и вместе выступить против захватчиков. Возможно, не будь его, не было бы сейчас и нашего государства. Преподобный Сергий Радонежский был, наверное, первым абсолютно свободным человеком на Руси с периода татаро-монгольского нашествия. Он смог подняться до этого совершенно удивительного уровня свободы. Ведь когда он давал благословение Дмитрию Донскому на противодействие войскам Мамая, я думаю, что это было очень неоднозначно воспринято, в том числе и в русском обществе. Это был наш в глазах у людей практически законный хозяин. 23 июля 1380 года великий князь Московский получил от своих тайных осведомителей плохие вести. Мамай собирается в новый поход на Москву. Ожидание неминуемой беды сплотило почти всех русских князей. Они приказали бить в колокола и собирать общее войско, поскольку понимали, что если они сейчас все вместе не дадут решительный бой Мамаю, то будет разгромлено и сожжено не только Московское княжество. Исчезнет само понятие Русь. Представьте начало 13 века, татарское нашествие, уничтожение всей культуры Киевской Руси. Монголы выжгли всю традицию, уничтожили, поставили Россию на колени. Когда Дмитрий Донской собирался идти на Куликово поле, он сам очень много сомневался и думал, нужно ли идти ему, сможет ли он, или он просто повлечет за собой новое нашествие и опустошение России. На помощь Дмитрию Донскому пришли войска почти со всех русских земель, но Мамаева рать превосходила их числом, по разным оценкам, на 30-40 тысяч человек. Спасти отечество в такой ситуации, как понимал князь, может лишь жертвенный подвиг воинов. Но кто вдохновит их на него? Только одному человеку это было под силу – старцу Сергию. Народ ему верил безоговорочно. И вот 17 августа Дмитрий отправляется в Сергиеву обитель.
До поздней ночи просидел князь Дмитрий в келье у старца. Он рассказывал ему о своих заботах и тревогах. И напоследок высказал заветное. Ему нужны зримые свидетельства благословения старца. Только тогда народ пойдет в бой с верой в победу. На следующее утро Сергий подвел князю двух молодых монахов, Андрея Слябю и Александра Пересвета, и сказал: «Вот тебе мое оружие». И тут князь понял, что они и есть живое благословение битвы. Сергий находился за несколько сотен километров от Куликова поля. Он горячо молился и своим внутренним взором видел все поле боя, как будто был рядом. Он видел, как его инок Александр Пересвет вступил в смертельную схватку с татарским богатырем Челубеем, как поразил его, но и сам смертельно раненый рухнул на землю. Видел, как воодушевленные его подвигом русские воины бросились в решительную схватку, и как московский князь вступил в рукопашный бой с татарскими воинами. Если бы не было этой битвы, мы бы, может быть, развалились просто на удельные княжества. Это было бы Владимирская Русь, Московская, Киевская, кто его знает. А преподобный Сергий Русь это объединил. Это человек, который создал русский народ, создал русский характер. Предание Троицкого монастыря говорит, что сразу после битвы Сергий вышел к братии и объявил о победе русского войска над поганым Мамаем. При этом он назвал имена всех погибших князей и бояр. Мы ищем идею, а она в нем выражена, в Сергии Радонежском. Ведь что он говорил? Любовью и единением мы можем спастись, что и вышло на Куликовом поле. Ведь так подумать-то, ну что, ну, обычный, в принципе, это человек по физическим данным, по всему. Но сколько от него пошло? А каким же был старец Сергий на самом деле? Как он выглядел? Существует множество его изображений. И на портретах, и на иконах, и на фресках. Но даже здесь, в Лавре, он везде разный. Но мы же нашли людей, которые в наши дни видели Сергия и знают, как он выглядел. И у нас родилась идея смелого эксперимента, который никто никогда не делал. Воссоздать облик настоящего Сергия по рассказам очевидцев. Помочь нам согласилась Елизавета Веселовская, ведущая и специалист Института этнологии и антропологии. На счету знаменитой лаборатории Герасимова, которую она возглавляет, уже более 400 ликов, восстановленных по уникальной технологии. Среди них есть Тамерлан, Ярослав Мудрый, Олег Рязанский, Иван Грозный. Но воссоздание облика по рассказам очевидцев даже для такого опытного специалиста смелый эксперимент. Конечно, эта работа для нас будет новой. Мы восстанавливаем лицо всегда по черепу. Здесь же ученым из лаборатории Герасимова впервые пришлось применить свою методику для воссоздания портрета человека только по описанию. Для опросов они использовали специальные этнографические таблицы, которые включают более сотни параметров. Мы поговорим с каждым человеком отдельно и попробуем сопоставить эти параметры. Вячеслав, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Мы все надеемся, что к концу работы над фильмом увидим, как на самом деле выглядел преподобный Сергий. Заходите в кабинет. Представьте себе, закрыв глаза, вот лицо Сергия Радонежского. Выдавались ли скулы на лице преподобного Сергия? Ну, скулы, да. Вот, не то, что они выдавались, но видно было впалые глаза и рельеф скулы, такой, да? И вытянутое лицо. Попытайтесь на глаза сосредоточиться. Широко открытая глазная щель. Хорошо. Так. Цвет глаз, может быть, вы обратили внимание на цвет. А, цвет глаз, я помню, голубые глаза, потому что он плакал. Я помню, что светлые. Светлые. Но это вот для нас достаточно. Это очень важно. Да. 700 лет облик Сергия Радонежского был для нас тайной за семью печатями. Неужели, наконец, мы сможем увидеть лицо этого великого святого?
По черепу Сергея Радонежского мы бы более профессионально восстановили бы облик великого святого. Но из лавры представители не решились скрыть мощи и как-то какие-то манипуляции с ними проводить. Их можно понять. Они не хотят даже невольно повторить то осквернение мощей святого, которое произошло вскоре после революции. Шел 1919 год. В стране началась масштабная кампания по вскрытию мощей святых. Эта идея родилась спонтанно, но очень понравилась коммунистическим лидерам, и особенно Ленину. Началось массовое осквернение святынь. Конечно, все это носило такой кощунственный, издевательский характер. Выкладывали в музеях, тут же клали крысу, труп фальшивомонетчика, и все это вместе демонстрировалось. Трогать лавру долго не решались. Боялись массовых беспорядков. Слишком уж велико было в народе почитание Сергия. Вот о том, что мощи здесь будут вскрывать в лавре, разговоры начались в феврале 1919 года. Но самые удивительные в этой истории события произошли на 2 года раньше, когда Сергий сразу после революции чудесным образом начал собирать вокруг лавры тех людей, которым предстояло защитить его обитель. Все началось с видения. За 300 километров отсюда, в Тульской губернии, графине Софье Владимировне Алсуфьевой во сне явился преподобный Сергий. Случилось это ранней весной 17 года. Святой был немногословен и категоричен. Срочно все бросайте и езжайте в Сергиев Посад. Графиня проснулась в страшном смятении и сразу же обо всем рассказала мужу. Алсуфьевы, как люди набожные, чтобы правильно истолковать сон, решили поехать к старцу Анатолию Потапову. Вот отец Анатолий сказал им то же самое. Немедленно все бросайте. Видно, преподобный вас призывает, чтобы вы ему послужили. Накануне революции страна жила в предчувствии грядущей беды. Надеясь получить защиту от преподобного, в провинциальный Сергиев Посад съезжались лучшие умы страны. Так скромный деревянный дом Алсуфьевых на Воловой улице незаметно превратился в культурный центр города. Там любила собираться местная интеллигенция. В один из таких вечеров в окошке раздался стук. Хозяин, перекрестившись на образ, отпер засов. Одна прихожанка пришла в дом Алсуфьева, когда там находился Флоринский, и вызвала Флоринского. Взволнованная женщина сообщила, что в Москве принято решение прилюдно вскрыть мощи преподобного Сергия, дабы положить конец всяким чудесам и церковному мракобесию. В таких делах должно быть очень мало участников, иначе все будет известно, как вы понимаете. Считается, что было 2 человека – Алсуфьев и Флоренский. Оба были лучшими представителями русской интеллигенции. Известный искусствовед Юрий Александрович Алсуфьев и знаменитый философ, отец Павел Флоренский. В ту же ночь Павлу Флоренскому приснился странный сон. Будто он стоит у раки с мощами и видит, что тело святого становится словно живое. И с этим ощущением, что Сергий оживает, он проснулся. Понимая, что это знак и нужно что-то делать, он поспешил в дом Алсуфьевых. А то, что произошло потом, стало известно лишь недавно. Алсуфьев и Флоренский приняли решение сохранить в случае уничтожения мощи преподобного Сергия хотя бы его главу. На следующий день Алсуфьев и Флоренский тайно спустились в подклеть Троицкого собора. Здесь было одно из погребений князей Трубецких. Они извлекли череп князя Трубецкого и подменили им главу преподобного Сергия. А сам ларец со святыней спрятали в доме Алсуфьева в катке с фикусом. Все понимали, что обстановка накаляется.
и вот-вот начнутся обыски и аресты. Новая власть называла обитель гнойником на теле Советской России и мечтала полностью ее уничтожить. Начать разрушение решили со сквернения мощей ее создателя. Это происходило 11 апреля 19 года в Лазареву субботу. Большевики хотели извлечь наибольший эффект из задуманной пропагандистской акции. Поэтому пригласили на ночное действо кинооператоров. Они должны были запечатлеть все этапы отступления мракобесия. На этих уникальных кадрах мы видим исторический момент вскрытия мощей. Троицкая церковь переполнена. Люди теснятся вокруг усыпальницы. Иеромонах Иона раздевает святого. И что же он видит под облачением? Читаем в акте. Наполовину сгнивший череп и прядь рыжих волос, тщательно завернутую в вощеную бумагу недавнего происхождения. По двору лавры разнесся крик. Мощей нет, они сгнили. О том, что совершилась подмена, знало только три человека. Отец Павел Флоренский, архимандрит Кранит, наместник Лавры, и граф Алсуфьев. Таким образом компрометируется церковь, наносится удар по ней. Надо сказать, что эффект был, потому что для кого-то это действительно было открытие. Но был и другой эффект. На следующий день началось массовое паломничество к открытым мощам Сергия Радонежского. Люди спешили получить последнее благословение святого. У большевиков были различные планы, что делать с Лаврой. Одни хотели ее превратить в общежитие, другие, более культурные, хотели устроить здесь музей. Как же жила Лавра после революции? Об этом можно узнать из киноархивов. Действие знаменитого фильма Александрова «Светлый путь» происходило вот в этих святых стенах. Здесь размещалось общежитие ткацкой фабрики. Кровать главной героини Дуни Ткачихи стояла вот напротив этого окна. А вот к этой древней фреске был прикручен самый современный по тем временам телефонный аппарат. Вот так примерно это было. По нему героиня Орловой разговаривала с правительством. Честное слово выходит из 16 станка. То, что было песней, о чем мы глядели и что любили. Стало еще чудесней живой сегодняшней советской пыли. И не страны красивее, и не страны счастливее. Все храмы Лавры были закрыты и приспособлены под нужды трудового народа. Здесь были и клуб, и общежитие для рабочих, и ремонтные мастерские, и пункт проката, и продуктовая лавка, и даже мельница. В 1928 году в Сергиевом Посаде начались аресты. Алсуфьев был в списке первым, но его вовремя предупредили. Той же ночью супруги зарыли ларец с головой преподобного Сергия у себя в саду под кустом сирени. А после, наскоро собрав вещи, переехали под Люберцы, потому что опасались ареста. Уже на следующий день в доме Алсуфьевых был проведен тщательный обыск. Похоже, искали что-то конкретное. Перерыли весь дом и даже клумбу с цветами под окном. Но ничего не нашли. В любой момент обыск и в доме, и в саду мог повториться. Так что Алсуфьевы, чтобы перенести святыню, вынуждены были посвятить в тайну еще одного человека – Павла Голубцова, сына их друзей. Затем ночью сын профессора Голубцова вместе с супругой Алсуфьева пробрались в сад и вырыли главу из-под тайного места. Как только наступило утро, святыню бережно переложили в сумку, и Голубцов, соблюдая все правила конспирации, отправился с ней пешком до станции Ходькова. А это не близко, 14 километров. Он сел в поезд до Москвы,
Но чтобы не осквернять реликвию, Голубцов ни разу за весь путь не присел. Как будто бы совершал пешее паломничество. Так глава преподобного оказалась под Люберцами в новом доме Алсуфьевых. Но и здесь церковная реликвия не была в безопасности. Репрессии усиливались. И граф Алсуфьев, предчувствуя скорый арест, попросил Голубцова опять позаботиться о святыне. В июне началась война. Голубцова должны были призвать на фронт. Опасаясь, что все участники, так сказать, сокрытия главы преподобного Сергия могут погибнуть, он отнес главу к своему духовнику, который служил в селе Виноградово. Вот в этом сельском храме Владимирской иконы Божией Матери святыня пробыла всю войну. Враг находился всего в 5 километрах отсюда. Именно в этом месте он ближе всего подошел к столице. И получается, что преподобный помог отстоять этот важнейший рубеж. Все участники этой истории потом погибли. Но никто из них не выдал этой тайны, несмотря на то, что они прошли жестокие допросы и тюрьмы. 28 лет святыня находилась в изгнании. И только в 1946 году, когда началось возрождение монашеской жизни в Лавре, глава преподобного Сергия вернулась на свое законное место. Правда, если до революции в Троице-Сергиевой Лавре было больше 20 старцев, то теперь их можно по пальцам пересчитать. Отец Лаврентий – один из тех 8 лаврских старцев, которых в народе считают прозорливыми. И к нему люди идут за советом, исцелением. Но сам старец слухи о своих особых способностях полностью опровергает. Исцеление дается по вере. Я знаю, что я никакой. Но по вере, когда просили, например, молебен совершить или пособоровать, и люди исцелялись. Хотя я знаю, что я грешник. Я же не прозорливый. Вот здесь вот мы в лесу живем. Тут у нас летом очень хорошо, цветов много, деревьев много. Одна беседа только с птичками. Вот из деревни на деревья смотреть. Жизнь в монастыре монаха – это самая счастливая жизнь. Унывать в монастыре у раки преподобного Сергия никогда не приходится. От чего сердце веселится? От молитвы, от любви. Всегда на лице будет не то, что улыбка, а розочки будут всегда цвести на лице. Встретили. А вообще, кто же такие старцы? И чем они отличаются от остальных монахов? Почему так велико их почитание в народе? Ведь не случайно Сергия тоже называли старцем. Считается, что им открыта воля Божья. И они могут видеть и прошлое, и будущее. Зачастую только один их совет может коренным образом изменить жизнь человека. Отец Наум – самый почитаемый лаврский старец. Строгий, суровый. К съемкам относится как к досадной помехе и пустой суете. Поэтому позволил лишь издалека снять его общение с паломниками, которые с 4 утра ожидали возможности получить благословение старца. Я знаю, что насколько открывается душа вот по общению с такими людьми. И я этого желаю, жажду. Как и многих в этой очереди, в Лавру его привела беда. Я, как бы, получается, сильно заболел, да, как бы очень сильно. Внезапно, да, как бы был здоров, как бык, и вдруг болезнь. Был момент, когда мне вообще говорят, что, наверное, умрешь там. Именно тогда Вадим и вспомнил советы матери сходить к прозорливому старцу на исповедь. Просто меня посмотрел, мы даже не разговаривали. То есть я сам себя вот именно осудил внутри, как бы, то, что было во мне. Это и был ответом на то, что со мной произошло. Ты начинаешь понимать себя, где и насколько ты жил не так. И сейчас я могу четко сказать, что это болезнь. Это было благословение. Если бы не эта болезнь, наверное, мне даже страшно подумать, куда это может завести. Я пришел к отцу Науму в Троице-Сергиеву Лавру в трудное для меня время. Это было начало 90-х. Очень непростой период в жизни актера, о котором он не любит вспоминать. Кино практически не снималось. Казалось, что никаких перспектив в профессии больше нет.
Не видя выхода из этого тупика, Бурляев решил проблему по-русски. Он начал пить. Но когда ему пришлось за долги продать дачу в Малаховке, он понял, надо срочно что-то делать. Мысль об уходе из мира, потом она стала появляться, когда жизнь стала бить все больше и больше. Ну, а чего ты? Уходи ты от всех, живи ты один, уходи ты в монастырь. Именно тогда Николай Бурляев решился поехать в Троице-Сергиеву лавру к отцу Науму. Это стало первым его опытом общения со старцами. Он поглядел на меня, первую фразу я помню. «Ну, диаконом ты не будешь», – ответил он мне прямо, глядя остро. А я помню его пророчество буквально о жизни моей. Он меня утешил и объявил мне о том, что у меня будет. Бурляев не только бросил пить, но и в самое провальное для нашего кино время организовал крупный отечественный кинофестиваль, который существует уже много лет. Помогло благословение старца. С ним обо всем можно говорить вообще, не боясь ни своих грехов, все можно вывалить, все искренне, и ты получишь любовь и поддержку, и помощь. Ну, упал, поднимись, иди дальше. Это длинная очередь, тому подтверждение. Люди ждут его благословения по несколько дней. И те, кто пришел сюда не из праздного интереса, всегда получают нужный совет и молитвенную помощь. Олеся Нуриева тоже считает отца Наума своим духовником. Хотя последний раз была здесь 9 лет назад. С мамой вместе ходили, у меня еще мама живая была. Ходили вместе с ней. А уже потом мама умерла, и я уже больше не ходила. Мама пыталась тогда образумить свою дочь, попавшую в дурную компанию, но не сумела или не успела. Мы поддаемся нечистой силе. Пьянка, курение, это все. Отец Наум за это ругался очень, сказал, что это то, что я не дал благословения. Да я и не слушала, это вот сейчас бы прислушаться, может быть, а тогда ветер в голове. Вот мой грех к чему привел, к тяжкому греху. А грех на ней действительно тяжкий – убийство человека. Самозащита была. Я помню, что я схватила топор и ударила один раз, а дальше я ничего не помню. Но все равно суд считает, что это умышленно. Олеся получила 8 лет. На суде она не раскаивалась, считала, что имела полное право так поступить. Но когда убиенный стал являться и каждую ночь, уже не могла найти покоя. Ну, в общем, я мучилась. И после этого я пошла в церковь каяться, свечки ставила и каждый раз молилась. Нуриева Олеся Борисовна. Мы встретились с Олесей в колонии перед самым ее освобождением. Оказалось, что все годы заключения она мечтала поехать к старцу и вымолить благословение. Мы вместе с ней отправились в лавру. Сама суть вот этой нашей Руси, можно так сказать, это сердце России. Сюда приходят и наркоманы, и алкоголики, и пьяницы, а выходят другими людьми. Меня, наверное, услышали. И молитвы мои услышали, наверное, Бог услышал. И батюшка дал благословение. Начать новую жизнь вот такой красоты, чтобы вот в душе такая же красота была, как здесь. Именно ради этого люди и ищут старцев, православные люди ищут старцев. И преодолевают огромные расстояния и сложности пути. Потому что они знают волю Божию. Им открыта воля Божия. Они могут дать нам единственное правильное – ответ на наш вопрос. 7 веков назад, наверное, с такой же надеждой и верой, люди шли к Сергию в его лесную обитель. А когда им показывали скромного монаха в заштопанной рясе, который разбрасывал навоз в огороде, они никак не могли поверить. Неужели это и есть тот самый знаменитый Сергий Прозорливец? Общаясь с лаврскими монахами, я отметил, что здесь свято чтут древние традиции. Казалось бы, они живут в центре православия, кругом суета, туристы, соблазны. А они умудряются сохранять это сергиевское смирение и нестяжательство. Именно такого бессребренника мы увидели и в отце Илье. Это монах, у которого
абсолютно нет никакой своей личной собственности. То есть это вот тот вот монах простой, вот какие были в дореволюционное время у нас. Про отца Илью рассказывают удивительные истории. Будто по его молитвам к разорившимся людям чудесным образом приходили деньги. Правда, сам старец это отрицает. Нет, так-то только молитва помогала, я много примеров знаю, когда горе. Болезни, горе, несчастье. По местным меркам, отец Илья еще совсем молодой, и старцем его не называют, хотя он живет здесь с 64-го года. Когда приехал с Украины, в Лавру послушать здешнее пение. Да так и остался, навсегда. Но люди идут к нему за советом именно как к старцу. Приезжают отовсюду, приезжают. Вот он иногда, если едет на Украину, люди узнают, что он там едет, берут билеты, допустим, ну, какую-то одну дистанцию, проедут, чтобы с ним побеседовать, и потом уходят. Слава Богу. Конечно, мне очень жалко нашего народа. Хороший наш русский народ. Однажды к нему привели мужчину, который собирался броситься под поезд. К счастью, его состояние заметила прихожанка отца Ильи и за руку привела к своему духовнику. Оказалось, что это очень был богатый человек, бизнесмен, и он задолжал огромную сумму. Он на грани самоубийства. Я обнял его за голову, брат дорогой, Господь вам завтра 4-10 миллионов пошлет, а жить уже не возвратишь. Не поговорив с ним, поисповедовал, приложили преподобно, и человек спасся. Господь не оставит. Неужели Господь не знает, что тебе нужно? И дом нужен, и дети есть, и все. Слава о его молитвенной силе в делах бизнеса очень тяготит отца Илью. Тем более, что многие понимают все буквально. Попросил денег, вот как покрутил ручку у игрового автомата, и они посыпались на тебя ниоткуда. Словно на Ивана Дурака из сказки. Как будто стоит на исповедь, как будто два-три слова скажет, а потом вот так нахально. Дайте мне денег. Зачем? Господь все даст. Молитесь вы, живите по-божьему. Лаврские старцы пережили многое. Прошли и войну, и голод, и гонения, и перестроечную суету. Поэтому не понаслышке знают, какую силу имеет проникновенная молитва. И если они могут излечивать и даже поворачивать денежные потоки, то какова должна быть сила Сергиевой молитвы? До 7 лет маленькому Варфоломею, будущему Сергию, никак не давалось грамот. Он даже стал посмешищем для своих одноклассников. Мальчик переживал и все время молился Богу, прося о помощи. И вдруг произошло чудо. Перед ним явился ангел в образе старца. Буквально на следующий день Варфоломей стал лучше всех читать в школе. А родители поняли, что их сына ждет удивительная судьба. В память о том событии поставили вот этот крест. А на месте дома, где жил маленький Варфоломей, расположился красавец Варнинский монастырь с православной гимназией. Ученики перед экзаменами обязательно приходят сюда помолиться. Говорят, помогает. Чтобы понять, каким был юный Сергий и что сформировало его твердый и одновременно кроткий и свободолюбивый характер, нужно побывать именно здесь, у него на родине, в Варницах, под Ростовом. Посидеть, помолчать, чтобы прочувствовать хмурую красоту этих мест. Болотистый пейзаж окружающих монастырь равнин невольно напоминает о первых монахах-пустынниках. Место это всегда отличалось какой-то особой тишиной и спокойствием. Главное вот уметь видеть, что у Бога весь век – это как одна секунда. И что мы не так далеки от Сергия Радонежского, так же, как и от событий 2000-й давности, что все это возможно одна секунда, как один день. Я на себе ощутил необыкновенную близость далеких веков, когда вернулся в лабораторию Герасима. Ученые уже опросили всех свидетелей и приступили к работе над воссозданием облика преподобного Сергия. Здравствуйте, Елизавета Валентиновна. Здравствуйте, очень приятно. Скажите, как поработали со свидетелями? Вы знаете, меня очень поразило, что все они были абсолютно единодушны в описании внешности Сергия. Пожалуйста, проходите в лабораторию налево.
мы попытались сопоставить все, что получили от наших информантов, и даже набросали... Эскизы. Портреты, да. Вот посмотрите, это он в молодости, это в старости. Вот вы сейчас рассматриваете глаза? Да вот я вижу, что черно-белое изображение. Какие же глаза-то были? Все сказали, что глаза светлые. Ну, именно так видели Сергия очевидцы. А вот здесь пластилин, из которого мы попробуем создать объемный образ. Сколько примерно времени займет? Вы знаете, обычно месяц идет на создание скульптурной реконструкции по черепу. Здесь у меня не было такого опыта, посмотрим. Ну что ж, а мы с нетерпением будем ждать результатов. Желаем вам успеха. Это место в народе называют Малинники, по названию ближайшей деревни. Проехать сюда на машине можно лишь в крещение, когда чистят дорогу. Но паломников встретишь всегда. Добираются пешком по бездорожью, и в снег, и в грязь, и в жару, только чтобы приложиться к святому источнику. Считается, что здешняя вода имеет особую силу. По преданию, вот сюда, за 30 километров от Лавры, Сергий пришел накануне Куликовской битвы, чтобы в тишине помолиться о мире и единении на русской земле. Господь услышал его молитвы, и в знак того, что они были приняты, из-под земли пробилось сразу несколько источников с целебной водой. После революции этот источник он преследовался, запрещали людям, верующим, ходить, рассказывать об этом, стояли посты, не пускали. Почему же люди с таким упорством хотели попасть сюда? Неужели местная вода так чудодейственна? Или это банальное самовнушение, и все зависит от самого человека? Такие же сомнения были поначалу и у Александры Радонич. Но после 6 лет безуспешного лечения от бесплодия поездка на Сергиевы источники стала для нее последним шансом. Если бы мне сказали, что вот такая вот у меня в жизни произойдет ситуация, я бы не поверила никогда. Конечно, мы молились, мы просили Бога, чтобы он нам дал ребенка. Их путь к источнику начался с судьбоносной встречи. Они поехали, не зная дороги, и на перепутье заблудились. Случайная встреча была, я тут уже по дороге узнал от них, что у них нет детей. Но попали сюда, куда надо. Вот давайте молитесь, пейте воду, купайтесь, и будут дети. Ну так получилось. Вот мы забеременели, потом приехали, узнали, что у нас будут двойня. И мы приехали к батюшке, сказали, вот отец Владимир, у нас будет двойня. Ну, много таких случаев было. Исцеление, когда людей медицина приговаривала, они исцелялись благодаря этого источника. Но исцеляет-то вера на самом деле. Когда человек держится за эту струю, как за последнюю надежду, то с ним происходят чудеса. Благодать ее же не послушаешь и не потрогаешь, и ничего. Но в сердце происходит что-то такое, что раньше не было. К этим источникам и понимаю, что этот источник соединяет меня с теми временами, где Сергий Радонежский в затворничестве жил. Все эти столетия назад, что вот он ушел, а пришел я, и вот этот источник. Как и большинство своих сверстников, Андрей пришел к вере не так давно. И этому предшествовала непростая история. После оглушительного успеха «Бумера» Андрей стал одним из самых узнаваемых молодых артистов. Его карьера встала на нужные рельсы, и из неизвестного театрального актера он превратился в мегазвезду. Но оказалось, именно с этого и начались основные проблемы. Мы делаем, совершаем поступки, в которых иногда стыдно признаться не только родителям, но даже друзьям. И вот это желание, все, что там накопилось, куда-то выговорить, оно привело меня однажды в Троицу Сергиеву Лавру. Андрей решился на первую в своей жизни исповедь в 30 лет. До этого он ни разу не был в храме и не общался ни с одним священником. Я решил поехать куда-никуда, в центр, практически, в самый центр русского православия, Троицу Сергиеву Лавру. Отстоял эту очередь и столкнулся с тем, что я не знал, что такое исповедь, я не знал, что такое подготовка к исповеди. Я этого не знал.
Первое знакомство с церковью закончилось для Андрея полным фиаско. Батюшка выгнал его из храма. Я воспринял внутренне оскорбительно, как будто меня выгнали, да. Я не самый последний человек, не преступник, не бандит, хороший, красивый, молодой человек, простите за слово «красивый», пришел к ним добреньким, они меня такого выгнали. Андрей решил никогда в жизни не переступать порога храма. Но, вероятно, именно такая встряска была ему необходима, чтобы изменить себя и свое отношение ко многим вещам. Ведь за этим он и приезжал в лавру, и, как ни странно, помощь получил. Правда, в весьма необычной форме. Я год ходил обиженный на всю церковь, на всех священнослужителей. И потом приехал на Рождество к родителям. Мама сказала, говорит, я иду на все ночные. Я говорю, я с тобой. И стоял просто как, в принципе, сопровождающий маму пассажир. Пока сам священник не поманил меня пальцем и сказал, иди сюда. И вот так произошла моя первая исповедь. Конечно, она неотрывна от той исповеди в Троице Сергия Лавры. Почему? Потому что я уверен, что начало-то было тогда. И вот этот вот год моего борение даже не с церкви, а с самим собой, наверное. Я закончил с сильным таким потрясением. Андрей уверен, что все, что произошло с ним, настоящее чудо. Самым большим чудом он считает встречу со своей будущей женой, которая произошла вскоре после той исповеди. Это все, кроме как подарком, боже мой, это по-другому воспринять никак не могу. Потому что заслуги мои в этом ноль. Либо это авансом, и тогда я трепетно к этому отношусь, либо это, не знаю, ну, это вот так чудесно. Преподобный Сергий – самый почитаемый святой в их семье. Андрей с женой уверены, что все удивительные перемены в их жизни произошли благодаря его помощи. Преподобному Сергию было явление, особое явление от Господа, где было сказано, что твои ученики умножатся, как птица, и это место будет особым избранным Богом. Так оно и получилось. Уже в те времена Сергиева обитель в глазах всей Европы и Руси, порабощенной Ордой, являла собой чудо. Это, если хотите, был некий взрыв духовности. В то время монастыри находились в совершенно другом положении. Каждый жил сам по себе. Каждый питался отдельно. Каждый имел свою одежду и так далее. И только преподобный Сергий ввел общежительный устав, по которому уже все стало общим. Конец XIV века, первая половина XV века – это был какой-то потрясающий подъем духовности в Русской Православной Церкви. Уже при жизни Сергия он и его ученики основали 40 монастырей. Они появились в Москве, в Серпухове, в Звенигороде, под Коломной, во Владимирских лесах на реке Киржач, под Костромой, в дремучих лесах между Ярославлем и Вологдой, под Дмитровым. Потом появились сотни новых обителей, которые объединяли русские земли. И духовным центром нового государства была Лавра. Вот в этой тайге, в лесах, в маленькой рубленой деревянной церковке, где там несколько человек могло только уместиться, вот он смог стать истинным учеником Христовым. И именно это привлекало к нему людей. На протяжении 7 веков Троица Сергиева Лавра всегда была особым местом для русских людей. Каждый православный христианин считал своим долгом хотя бы раз побывать у преподобного Сергия. Сегодня даже космонавты приезжают сюда перед полетом получить благословение святого. А в 2010 году космонавту Юрию Лончукову передали из Лавры частицу мощей преподобного Сергия, чтобы он взял святыню с собой в космос и облетел с ней всю Землю. Так оно и получилось. Настало время вернуться в лабораторию пластической реконструкции. Сейчас мы увидим, как выглядел первый святой, который благословил всю нашу планету с космической орбиты. Ну что, Лизавета Валентиновна, готова показать свою работу? Да, на ваш суд. Я себе представлял его немножко другим, но чувствуется какая-то внутренняя сила в этом человеке. Самое главное испытание еще впереди. Мы едем в Троице-Сергиеву лавру, чтобы передать скульптуру в здешний музей. И очень волнуемся.
примут ли там этот облик Сергия Радонежского. Похож? Ну, все похоже. В общем, он был, да, он был в скуфейке. Как бы даже у него была пониже. Вроде скуфейка была, пониже была. Вот так вот. Вот так похож. Как раз то расстояние, с которого я видел. Ну, мне кажется, настал момент короткой церемонии. Владыка, благословите наш коллективный труд и примите его, пожалуйста, в дар вашему музею. Большое спасибо. Мне кажется, те, кто делали, они поймали вот именно аскетизм образа этого. Потому что человек высокодуховный, он и внешне является проявлением вот этой духовности, этого аскетизма. Здесь очень хорошо показано. Всем нам удалось сделать многое. Вот он, великий Сергий, который 7 веков назад поднял с колен русского человека, объединил разрозненные княжества, которые потом образовали великое и могучее государство.